Привет, дорогие друзья, с вами Дариди, и это игрушка Замбальти. Смотрите, я играю за такого персонажа, довольно-таки милого, прикольного. Так, он что-то пытается стену, что ли, сдвинуть? Так, ну я не знаю, надеюсь, ты поддержишь меня. Поделись сам вверх и подпишись на мой канал. Так, Open — это кнопочка D. Давайте нажмем на D. Отлично, мы открыли дверь. Теперь с помощью D мы можем взять ящик. Поставим сюда. Запрыгнем. Ну-ка, немножко надо сдвинуть. Сюда поставим. А возьмем стул, наверное. Take. Взять стул. А, вот я зацепился. Давайте возьмем трубу. Все, мы взяли трубу, у нас есть оружие. Мы идем дальше. Нужно на А. А, на А можно бить. А, на кнопочку D. О, можно свет выключить. На кнопочку D мы открываем дверь. И идем в следующий уровень, ребят. Если игрушка вам понравится, я продолжу играть. Тут есть, знаете, что можно сделать? Так, мы возьмем ящик, сюда поставим. Там первый зомби, кстати. Ну-ка, цепляйся. Так, взяли звездочку. Ну-ка. А можно, не знаю, окошки открыть? Нет, нельзя. Нам надо собрать все звездочки, да? Ну-ка. Можно свечку зажечь? А, можно толчком выбить. Два раза назад. Он в прыжке, ну-ка. Отлично. На тебе. Так, убили. Зомби куда-то исчез. А, open это открыть. Толкай, 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 отличненько. Идем в следующий левел. На тебе. Давай, давай, отличненько. Избавились. Там новый левел, что ли? Мне нужен ключ. Ух ты, я переоделся, когда успел. Будет ли, интересно, тут еще какое-нибудь оружие? Так, ладно. Отлично. Сейчас открою дверь. Я закрыл. Давай, заходи. А, на А надо жать, все. Я надежму. На тебе. На. Прикольно. Отличненько. Берем сердце. А, можно свет выключать. Откроем. Берем ключик. Все загорелось. Может, какие-нибудь секретики есть? А, вот выключатель. Можно свет выключить. Так, жмем на D. Тут новый левел. О, дробовик, нифига себе. Дробовик. Патроны, 30 патронов. Давай, перезаряжайся. А на что на R, ну-ка, что такое на R? R перезарядка? А, все, понял. Тут, кстати, ток. Нельзя упасть. А, все, я взял ботинки, теперь я могу ходить. Резиновые ботинки мы взяли. Сейф какой-то. А я могу разве падать? Ну-ка, иди сюда. Давай. А, вон его здоровье там было. Идем дальше. У меня 30 патронов. Ух ты ж, елки-палки. Так, ну-ка. Получай. Перезарядились. Представительно. Так, что у нас тут? А. Так, то есть я не могу стрелять. Нужно бить, ну-ка. Что, не получается? Слушай, а можно же через верх, по-моему.
Открывайся же. Не, не получается. У меня труба, мне надо что-то. Мне надо поменять. Может, я что-нибудь найду тут? Ну-ка. Тут вроде ничего нету. Ладно, давайте заходим тогда сюда пока что. Слишком много. Так, надо разбежаться. Раз, два. На, получай. Получай. О, костюм покемона какого-то. Одел костюм покемона. Берем ящик. Бросаем. А, ну-ка, я, знаете, я понял, куда я могу попасть. Идем сюда. Перезаряжаемся. Ух ты, где это я? А я могу назад? Почему назад нельзя возвращаться? А, я должен вот тебя взять. Отлично. Это более крутое оружие. Так, взломали. Что такое? Какой-то чертеж. Почему у меня всегда 29 патронов? Они что, бесконечные? Это какой-то баг, глюк. Ну, в принципе, хорошо. Так, идем дальше. О, новый персонаж. Прикольно. Давайте наверх поднимемся. Так, надо свет что ли включить? 59 у меня уже патронов. И они бесконечны на самом деле-то. Так, как я сюда проникну-то? Зачем мне вообще туда проникать? Ладно, идем дальше. Это, может, секретик какой-то? Так, все, все покойники. Зачем я назад вернулся? Мне же надо выбраться отсюда. Так, лежать. Отлично. Так, вот мы сюда и проникли. Так, теперь зарядимся. Отлично, еще одну жизнь взяли. Как-то можно проникнуть сюда. Берем ящик. Как я туда проникну? Там ключ лежит. Ладно. Еще разбегаемся. Отлично. Давай, заходите. И что тут? О, новый левел. А, это левел повышается. Каким-то черепашкой стал. Зачем выключать? О, вертолетик. В смысле, я им могу управлять? А как? Как-то можно управлять вертолетиком. А, вот он, все, я понял. Идем сюда. Все, полетели. Вот он, вертолетик сам.
Так, а надо ключик взять. Все, взяли ключик. Улетаем отсюда. Так, все, чудно. Прикольная игра. Нифига себе. Суровый какой-то попался. О, нифига себе, у тебя отрыжка какая. Вы что, дробовик прокачали? Ну-ка. Я вас так всех расстреляю. Чудно. А куда мне дойти? Сюда, наверное. Есть топорик. Классно. Тут 19 патронов у меня уже. Так, идем за топориком. Оружие стало более мощным. Руби, руби. О, я стал Марио. Прикольно, слушай. Че, сам открыть, что ли, не можешь? Так, блистательно. Так, куда нам дальше? Так, понимаю, сюда. Что-то новое опять. А как я могу поменять это? А-а-а! Там яма была. Сколько у меня жизни-то? Так, вот мы взяли предмет. Надо было сюда его вставить. Вот. Я сразу-то не понял. Идем дальше. Нифига себе. Я за кого-то Соника играю. Что с твоими глазами? Да блин, смотрите, какой наглый. Отлично. Вау, нифига себе. Ты кто такой? Уходим. Валим, валим, валим. Перезаряжайся. Блин, еле завалили. Какой-то мощный. Ты пока перезаряжайся. Нам, видимо, надо наверх. Да что ты будешь делать? Так, чудно. Идем дальше. Потому что мне понравилась игра. Так, возьмем ключик. Легко от вас избавляемся. А, сюда нужно ключ ставить. Мы чиним машину.
Давай, 50% должно пройти. Отступаем. Да что ж вы. Отлично, 100%. А бензин? Где я возьму бензин? Кто-нибудь видит, где взять бензин? А, все, заливаем бензин. Все, 100%. Садимся на машину и уезжаем. А, все, я прошел всю игру. Шикарно. Шикарно, ребят. Слушайте, мне понравилась игра. Кто-нибудь знает подобные игры или продолжение этой игры, обязательно пишите. Мы с вами продолжим в нее играть. А, ну вот, мы заново начинаем. В общем, это, блин, это была крутая игрушка. С вами был Даридис, всем скоро, пока-пока.